Всем бойцам доброго вечера. Вот тут в интернете вижу такое сумасшествие на тему откручивания крышек. Сам такими делами не занимаюсь, потому что это не нужно. Крышки я откручиваю таким образом, да, то есть хочу вот объяснить, показать, хоть, может быть, польза больше будет. Крышка берется вот у бутылки, да, вот здесь вот я хочу показать у мусорника. Вот все бутылки полные, и 5-10 бутылок, контейнер забивается. Делается вот таким вот образом. Крышка откручивается руками. Вот она откручивается таким вот образом. Да. Заодно прокомментирую. Крышки откручиваются не у бутылок, которые держат со всей силы люди, а вот таким вот образом давится. Вкручивается крышка, когда она давится. Воздух выходит. И вот таким вот образом бутылка выбрасывается, не занимая много места. Я думаю, что это будет понятная такая вещь, и ну, нормальные, здравые люди будут это делать. А вот что касается вот этих бутылок, которые откручивают, это неправильно. Значит, бутылку надо полностью вылить в воду, поставить на стол, никто ее держать не должен. И вот тогда ударом ноги, вот кто сможет крышечку снять, вот тому зачет. А все остальное, это вот такая попса, отстой. Ну, всем доброго вечера. Ос.